Вот-вот ей исполнится 52, и сейчас она одна из лучших ведущих на нашем телевидении. А рейтинги ее программ бьют настоящие рекорды. Наша героиня – счастливая жена и мать двоих детей, которая успела стать бабушкой в один год с рождением младшей дочери. А супруг – не менее известная личность. Хоккеист Игорь Макаров. Он на 16 лет моложе жены, но это не мешает любящим сердцам строить совместную жизнь. Как сложилась непростая судьба Леры Кудрявцевой?